Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет на обзоре пиво Жигулевское ИПА. Ну, то есть, это что-то вроде того, что Жигулевское пиво стало необычным, как мы его все знаем, классическим светлым там лагером, да, простеньким, дешевеньким, а ИПАшкой. Ну, ИПАшкой, я так понимаю, они все подразумевают, что это типа крафт должен быть или что-то того. Вот. Хотя, вроде, я читал, что крафтом считается только то пиво, которое производится там, до определенного... Ну, то есть, в небольшом тираже, если тираж большой, то уже как бы крафтом не считается, так понимаю. Если оно Жигулевское, варится, кстати, на МПК, то это пиво, наверное, не совсем корректно считать крафтом. Это обычное какое-то вот... Здесь написано сессионное пиво, я не знаю, что такое сессионное, поэтому оставим это так. Если вы знаете там, напишите в комментах, что я говорю неправильно. Я вот так базово прошелся, короче, по бутылочке. Что я здесь сразу отметил? Всего... Сусло 10%. То есть, как бы вообще не плотное получается, такое водянистое. Здесь указаны, какие хмеля, цитра, каскад и полярис. Я теперь буду всегда зачитывать, ну, если у меня есть такая информация на бутылочке. Может, кому-то это будет полезным. Бутылочка, кстати, 0,45, алкоголя 4,5, крышечка откручивается. Ну, давайте открутим эту крышечку. Очень так легко, прям даже с пола, даже усилий никаких не пришлось прилагать. Интересно, вот крышечка брендированная. Жигули, пиво там написано. Не знаю, что будет видно, не видно, в общем. Посмотрим. Сразу открыл, сразу такой запах какой-то. Бах, вот этот вот хмелей, вот этих цитров всяких. Давайте, в общем, посмотрим поближе, что там у нас раскроется. Ну да, чувствуется вот хмелевой запах немножко. Ну да, чувствуется, что это какая-то такая слабенькая ипашечка. Давайте ее наливать. Посмотрим, что она там будет. Как она будет выглядеть, в общем, в стакане в нашем замечательном. Вообще у меня такое впечатление... Нет, впечатление было обманчивое. Начал наливать. Мне показалось, что оно совсем вот такое, знаете, светлое, как вот обычный. Давайте бутылочку вот так поставим, чтобы было видно. Мне оно показалось сначала светлым-светлым, прям как обычный лагерь. Но нет, оно немножко все же такое, более с коричневыми какими-то нотками. Ну, по запаху пахнет вот цитрусовыми, немножко какой-то хвои есть запахи. Ну, собственно, все, мне кажется, стандартно для вот такого пива. Давайте дегустировать его. Оно вот горчит прям что-то прям с первых глотков как-то. И горечи вот сейчас уже нет. То есть вот вы пьете, сразу горчить начинает, потом горечи нет. И какая-то водянистость вот присутствует во вкусе. Что-то, кстати, купил пиво в фикс-прайсе за полтинник. Вот. Что-то не нравится мне пока это пиво совсем. Вкуса никакого нет. Выпили горечь, послевкусия нет. И водянистость прям присутствует, пока вы пьете, как будто это вода какая-то. И что-то как-то замудрено. Видимо, Жигулевское это все-таки Жигулевское. Не стоит от него чего-то особенного ожидать. Я вот пил, короче, Амстел и ПУ. Тоже она полтинник стоит где-то. Там вкус был намного вот интересней. Не было такой водянистости, был насыщенный вкус. А здесь что-то пока все слабо. Кстати, мне еще там написали, типа, пей побольше пива в кадре. Ну, давайте. Сегодня записываю первый ролик. Давайте допьем, в принципе. Почему нет? Ну, ребята, неинтересное пиво, на мой взгляд. Реально, водянистая, горчинка, и вкуса больше никакого нет. Горчинка непонятная, вот. Нету такой вот, которая вот у нас была, вот это ИПА пороги, Аверфол. Вот там была горчинка стойкая, мощная такая, ярко выраженная, другого типа. А здесь она какая-то неприятная горчинка, в общем, здесь присутствует. И все, выпили. И ничего больше не остается. Но, в общем, размер бутылочки у нас 0,45. В принципе, небольшая. Вот.
Маленькая такая бутылочка. Симпатичная. Кстати, нигде у нас больше магазинов, кроме вот фикс-прайса, я не видел. Ни в пятерочках, ни в магнитах. Ну, давайте допивать, не знаю, не допивать. В принципе, просто если я не смогу все пиво допивать во всех роликах, которые буду снимать. Потому что и ролики бывают с более крепким пивом, и сразу несколько роликов снимается. Поэтому давайте сейчас еще глоточек и итоги подведем. В общем, итог такой. Мне пиво не понравилось абсолютно. Вот горечь есть, больше ничего нет. Допили, немножко еще горчинка есть на послевкусии. Где-то секунд через 10 послевкусия у вас тоже проходит. Водянистая. Ну, запах, да, запах. Ну, запах более-менее, в принципе, нормальный для пива. Но мне пиво не понравилось. Зачем его покупать, даже если оно стоит полтинник? Я такое пиво больше покупать не буду. Ну, и как бы вам особо тоже не советую. Мне кажется, это неинтересное просто пиво, в принципе, само по себе. В общем, такие дела, ребята. Если ролик вам понравился, поставьте лайки, подпишитесь на канал, напишите комментарии, как вам это пиво. Вступите в группу ВКонтакте, проголосуйте за ролик по выбору моих зрителей, какое пиво вы бы хотели видеть. В общем, всего доброго, до новых встреч, пока!